Добрый вечер, друзья, здравствуйте. Я думаю, фраза «добрый вечер» будет уместна в нашем проекте, потому что называется он не иначе, как «Вечер в городе Н». Меня зовут Евгений Шевченко, мы начинаем наш, так скажем, премьерный выпуск. И я хочу вам представить, вы знаете, у нас интересное дело, у нас не будет гостей в шоу, вот что я подумал, у нас будут соведущие. Да, и сегодня я себе записал, чтобы не ошибиться, потому что это, ну, будет крайне неловко, да? А у нас в гостях сегодня декан социально-гуманитарного факультета НТГСПИ Ф, в скобочках РГППУ, Ирина Доренская. Ирина Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, очень рада вас всех видеть. Так, ну, Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт. РГППУ? Это Российский государственный профессионально-педагогический университет, филиалом которого мы являемся. Не просто так мы вас пригласили, потому что сегодня, 25 января, Татьянин день, и он же день студента. Как это взаимосвязано, я пытался сегодня выяснить в интернетах. Есть у вас подозрения? Даже не подозрения, да. Вот этот день была освящена церковь при Московском университете. Вот с этим моментом и связано и празднование Дня Святой Татьяны, и День студента. И как вот вы свой День студента отмечали? В студенчестве. Ну, правда. В сессию. Всегда у студентов же, и это всегда факт, в это время активно идет сессия, либо она заканчивается. Угу. Поэтому так же, как у вас, книги, тетради, конспекты. Мы готовились. И мечта о каникулах. Хорошо. Ну, ладно. Студенческая жизнь, она, конечно, настолько насыщенная, что мне кажется, если я сейчас буду какие-то конкретные вопросы задавать, ну, типа, веселую историю расскажите, или грустную историю, там, или еще в этом, что-то в этом духе, вряд ли сложно, ну, легко вспомнить. Наоборот, да? Да, или... вот я сегодня, кстати, примерно думая, о чем же вы меня спросите, да, провела опрос общественного мнения. Назовите самую интересную историю из жизни. Так вот, пока показывает опрос, 90% студентов, знаете, что вспомнили? Так, что? О том, как у них падали шпаргалки в самый неподходящий момент. А вас падали? У меня, ну а как? Я правда не помню, студенчество это или школьная жизнь. В любом случае шпаргалки падали. Тут еще зависит от качества шпаргалки. Вот вы делали шпаргалки? Я была, знаете, прям правильная, да? А я делала не шпаргалки, я когда готовилась к экзаменам, да, я на каждый вопрос, а мы сдавали классические такие экзамены, мы писали вот такие опорные конспекты, да, в данном случае. Я их тщательно писала. Вот такие, да, в данном случае я их писала, клала под подушку и с чувством уверенности шла. Не сразу не достала, но однажды был грешок, да. Это как, это в смысле, это магия или психология, я не могу понять. Ну, психосоматика, уверенность. А знаете, на самом-то деле, студентов падают. Я много где видела, книги падали из-под парты, планшеты нам сегодня рассказывали, выпадали. Бумажки свернутые в трубочку, да, в самых неподходящих момент. Но теперь современные студенты другие, знаете, у них теперь как? Прием. Ну, кстати, да, сейчас же микронаушники, какие-то такие эти штучки шпионские. А подождите, вот давайте разберемся. Вы декан факультета. Факультет это, сейчас я еще раз скажу, социально-гуманитарный. Вот кем становятся люди, которые его заканчивают, этот факультет? У нас много разных профилей подготовки, да, классический профиль, это история обществознания. А в наше время, как вы понимаете, история это очень актуальная, да, тема. И государство разворачивается к истории, мы очень рады этому факту. Поэтому история обществознания у нас есть, да. У нас есть интересный профиль история права. Право тоже всегда очень актуальный момент. Управление проектами, ведь мы живем в рамках проектного общества. Так, и так, умение так. Создавать проекты, да, продвигать проекты, да, в сфере образования это очень важная черта. Поэтому много разных профилей. То есть, получается, кто этот человек выходит? Он педагог, проекты каким образом связаны? Он что будет преподавать? Проектную деятельность? Почему? У нас всегда два же профиля подготовки. Если раньше студент учились 5 лет, потом в системе бакалавриата 4 года бакалавра и 2 магистратуры, да, в данном случае. А есть возможность уникальная, да, сразу за 5 лет получить два профиля подготовки. Например, право быть учителем истории и обществознания, и плюс дополнительная специальность, которая сделает тебя более успешным в карьерном плане. Например, да, в данном случае умение создавать проекты, да, в том числе в сфере образования, да, получить управленческую должность, например, быть замдиректора по правовому воспитанию. Я бы сказал, министром образования, например, да. А вы знаете, что министр образования Свердловской области несколько лет назад был выпускник нашего факультета? Так что да, вы правы. Вот, вот, мы наконец-то мы нашли эту должность, ну вот профессию, да, после которой... Поэтому все к нам ждем. Отлично. Скоро приемная кампания, 23-й год ждем. Правда, есть момент, что много министров тоже не получится, опять же, ну тут, наверное, от человека уже больше зависит.
А вы преподаете или вы декан просто? Я преподаю. Я историю, понимаете, классическую историю, плюс управление проектами, разные профили. Да. За 20 лет преподавания, да, мы на разных должностях поработали, но всегда было интересно. Вы, раз преподаете, наверняка принимали экзамены. Да. И вот на вашей памяти есть какие-то необычные шпаргалки? Я вновь возвращаюсь к теме, почему я так долго спрашивал. Вот я хочу к шпаргалкам вернуться. Какие-то необычные, которые, ну, вы видели, или сейчас студенты либо не палятся, да, говоря студенческим языком, либо не делают шпаргалки, потому что учат или не учат. А вот на самом-то деле, да, их стало меньше, да, раньше были и гармошки, знаете, связаны. Самая большая шпаргалка, которую я однажды нашла уже, ну, под партой, так. Она была, я не утрирую, да, как рыбаки показывают, да, вот я также покажу, когда я развернула гармошку, она была такая, и мелким убористым почерком. Это скорее, знаете, двигательная память работала только, потому что почитать по ней нереально. С ума сойти. А теперь меньше стало. Я там так и думала, а почему меньше стало? Ну, во-первых, студенты все-таки больше, ну, опираются на цифровые какие-то устройства. Угу. А второе, классический экзамен, как мы раньше сдавали, да, по билетам, он стал менее актуальным. Да. Сейчас мы стараемся, чтобы экзамены, они были более практикоориентированы, да, чтобы ты не только показал свое знание, но и умение, например, да, создавая портфолио, проекты, различные иные продукты твоей, как бы, образовательной деятельности. Поэтому, угу. Да, для студента важнее не только знать, но и уметь это применять. Хорошо. Так, я вот подумал, почему бы нам, ну, как сказать, не окунуться немножечко, не откатиться немножечко назад, да, потому что у нас в шоу, да, в нашем проекте, в шоу громкое название, но очень опять хочется же, проект, его так... поэтому важная тема. Проектная деятельность нас не оставляет. Все-таки хочется немножечко откатиться назад, да, и к рубрикам. У нас их будет огромное количество вот в нашем проекте, да, в нашем шоу. И это будут разнообразные рубрики, да, от случая к случаю. Что будет готово, то будем показывать. Собственно, у нас сегодня готова рубрика, которая называется «Не детский лепет». Ну, давайте просто посмотрим. Интересно. Да. А ты знаешь, кто такой студент? Это тот, кто учится. А студент где учится? На работе. А слышала ли ты когда-нибудь такое слово «сессия»? Это как фотосессия. А почему они живут в общежитиях? Потому что они хорошо учатся. То есть всех, кто хорошо учится, получают свою награду. Скажи, а что себе может студент позволить на стипендию? Что он может себе купить? Он может себе купить еду. Рома, знаешь ли ты, кто такой студент? Студент – это главный человек города. А как ты думаешь, что студент может купить себе на стипендию? Он может купить машину. Так, например, какую машину? Ладу. А ты, когда вырастешь, ты будешь студентом? Нет, потому что я хочу быть ветеринаром. Многие студенты не живут дома, живут в общежитиях. Знаешь ли ты, что это такое? Что такое общежитие? Это люди бездомные. У них нет дома, они живут где-то на работе. А знаешь ли ты, что такое сессия? Сессия – это когда работаешь на работе, и тебя сразу же отпускают, когда ты сделал работу. А что студент может купить себе на стипендию? Микрофон. Микрофон. А еще что? Шляпу. Как ты думаешь, что такое хвостовка? Это значит, они бегут за хвостом, за лисой, за волком или за котом. Коты могут быть бездомные. А студенты тоже за котами охотятся? Ну, если им нужны коты, они охотятся на них. А можно хорошо учиться дома? Да. Да? Не ходить? Чтоб учиться дома, надо все там в голове все сформировать, и потом уже идти в школу и знать. Надо смотреть на учителя, никому не смотреть, к Ване, к Наташе. Есть своя голова, и надо смотреть на учителя. Как студенты будут отмечать свой праздник? Поздравлять друг друга, подарки дарить. А какие подарки дарить будут? Мотомикрофон.
кому-то шляпу. Что бы ты подарила студенту в его праздник? Джинсы, ботинки, кофту. А почему они дома не живут? Потому что здесь они спят, потому что они еще снимают, чтобы им домой не идти, а чтобы сразу здесь тогда надо будет снимать, чтобы они уже здесь были. Что такое стипендия? Я вообще не слышу такое слово. Друзья, ну вот, собственно, такие у нас дети, такие разговоры. И я думаю, что мы будем продолжать в том же духе, потому что дети, они, ну, мало того, что цветы жизни, они еще и очень интеллектуально подкованы, несмотря на их возраст, кстати говоря. Вот. Ну, видимо, это будущие ваши студенты. Надеюсь. Да, слушайте, Ирина Доренская, декан социально-гуманитарного факультета НТГСПИ, РГППУ. Я думаю, что будет не лишним обсудить, ну, поскольку у нас все-таки проект буква Н в нашем названии, значит, город наш, Нижний Тагил, мы обсудим новости Нижнего Тагила. Я не знаю, какие сегодня попадутся, я просто рандомно открываю, и вот, например, нам рассказывают о том, что продолжаются экскурсии на ретро-трамваях, которые подарили городу на 300-летие. Представляете? Правительство Свердловской области подарило, а я-то и не знал. Вы когда-нибудь видели ретро-трамвай, который подарили? Да, и очень хочу побывать на этой экскурсии. Так, а вот. Что это за экскурсия? Вы представляете, это что? Это про город рассказ? Или это рассказ про то, как в Тагиле трамвайное дело живет? Так это же повод поехать и узнать, да? Поэтому у меня стоит галочка в плане, чтобы взять студентов и прокатиться по городу, узнать и его историю, да? И посмотреть, потому что у наших студенты только 50% это тагильчане, а 50% это те, кто приехали в наш город. Для них очень важно знать его историю и даже и архитектуру, культуру, контекст города. Поэтому это уникальная возможность. Я очень благодарна Центру туризма, кто это реализовал. Кстати, опять же, да, многие выпускники и работники центра — это наши студенты. Например, Павел Сергеевич, спасибо за проект. Павел Сергеевич, куда махать? Мое почтение. Поэтому очень скоро обязательно к вам придем со своими студентами. Да, хорошо. Слушайте, я думаю, знаете, вообще можно запускать вот этот ретро-трамвай с экскурсиями по утрам, когда люди едут, потому что, ну, не всегда дозовешься на экскурсию, некоторые, нет, я лучше дома посижу, может быть, да, вот, а это же надо привлечь внимание, да, я уверен, что это очень интересно, но с другой стороны, ты с утра сел, поехал на учебу, и пока ехал, тебе экскурсию поведали, может быть, совместить приятное с полезным. Интересная идея для проекта. Опять же, у меня и другая была, опять же, здесь, что мы обсудим с Центром туризма, в том, что мы готовим студентов, в том числе, и по этому профилю музейной экскурсионной деятельности. Очень надеюсь, что наши студенты свою практику смогут проходить в том числе и в рамках этой уникальной экскурсии. Но главное, чтобы они не ушли в вагоновожатый, потому что это тоже очень интересная профессия, я считаю. Оттуда туда их не переманили. Нет, правда, иногда хотелось, вот когда я был там, я не знаю, ребенком или студентом, вот какие-то такие годы молодости, покататься бы вот на месте. Вот вы узнали ваши мечты и тайные желания. Посмотреть, да. Ну хорошо, давайте. А интересный аспект, смотрите, да, снимаем камеру от лица вагона вожатого. Да, ведь город другими глазами. Вообще отлично. Все, это будет наша следующая рубрика в нашем следующем выпуске. Супер. Так, хорошо, у нас есть, кстати, новость, которая, ну, вернее, о событии, которое случится, да, в ближайшие выходные, 4 февраля. Это же ближайшие выходные? Через, по-моему. В общем, короче говоря, впереди состоится 10-й по счету пешее зимнее путешествие «Тагильский светлячок». Знаете что-то об этом? Да. А у меня тут недельку не было, я вернулась, и сегодня, да, в данном случае одна из первых новостей, которая у меня в ленте высветилась. Я всегда подписываюсь на интересные новости Нижнего Тагила, это важно быть в курсе того, что в городе классный способ. Мы ходили несколько лет с детьми, с друзьями, мы ходили. Так, значит, вы можете рассказать, ну, более подробно, чтобы я не читал, что это за событие, это мероприятие такое, что там нужно делать? Ты приходишь в центр сбора, потом в этом году встречаемся в парке Народный, да, да, по-моему, парк около Народный. Хоккейного. Все правильно. Стадиона, да, и да. Оттуда, да, организатор тебя делит на несколько групп, и ты, беря в руки фонарик, светлячок, группами с интересным часоводом идешь, да, и узнаешь город с других сторон. Да. Другие улицы, другая компания, да, а потом, по-моему, все собираются вместе в парке Монина, и там будет классная программа. О, прекрасно. А у вас есть фонарик свой? Вот, они даже в этом году придумали фишечку, я тоже удивилась, себе тоже поставила галочку в планинге. Конкурс, по-моему, я читала сегодня,
фонариков. На самый большой фонарик, на самый интересный фонарик, самый на маленький. Самый маленький. Поэтому я такая думаю, как же можно придумать интересный проект, да, и выиграть конкурс, сказать, призы будут. Это хорошо. У нас, кстати, есть свой фонарик, вот можете воспользоваться. Вот, так что у вас есть шанс. Собираем компанию и все узнаем свой город. Все, это будет 4 февраля, регистрация 18 часов в парке Народный. Ну и еще давайте новость одну обсудим у нас. Я думаю, это очень тесно связано, в том числе и с вами. Идет, продолжается голосование за столицу тотального диктанта. И в финале конкурса у нас сейчас участвует Калининград, Мурманск, Омск и, что бы вы думали, если вы не знаете, Нижний Тагил. Это классно! Я очень за то, чтобы наш город развивался и привлекал себе классные, знаковые, большие мероприятия. Угу. Поэтому жаль, голосуем, потому что мы очень культурный город, и нам очень хочется, чтобы столица диктанта была именно в Нижнем Тагиле. А вы как-то принимали участие вот в подобном мероприятии? Да, то есть мы стараемся, да, это же ежегодное мероприятие, да, то есть мы стараемся участвовать. Я писала однажды, да, диктант и у нас в стенах вуза, мы всегда проводим площадку у себя тоже. И писала онлайн, да, диктант. А это как? А то есть есть возможность в том числе и онлайн написать. Это, да? Значит, берем листок, ручку, ставим камеру над листком. Как это происходит? Что значит онлайн? Или это можно печатать, сидеть в телефоне? Есть разные форматы, так что регистрируйтесь и все узнаете. А, вот это интрига. Хорошо. Ну, я должен сказать, что у нас на данный момент Нижний Тагил лидирует. Да. Омск за нами отстает, ну, где-то голосов на 500, поэтому нам нужно поднапрячься. Да, это правда очень важно, чтобы такие крупные проекты зашли в наш город. Тагил – классный город. Давайте об этом скажем всем остальным. Да, обязательно. И я думаю, что если мы станем столицей, да, тотального диктанта такого мероприятия, то привлечем внимание. Туристы. Опять же, будет работа у Павла Сергеевича. Павел Сергеевич, привет. Ладно, хорошо. Я, знаете, что подумал? У нас ведь 25-й не только день студент. Чем знаменательный день? Не только день студента, Татьянин день. А ведь еще, кстати, Татьян, всех с праздником. Поздравляем. Да. Не могу сказать, жаль, что вы не Татьяна. В любом случае, нам очень приятно с вами сегодня общаться. Я к тому, что у нас еще ведь день рождения Владимира Высоцкого, да, Владимир? Да, Владимир Семенович наше все. Вообще, ну, как бы не совсем все, но все, да. И по этому поводу мы, кстати, недалеко от вас поставили музыкальный инструмент. Не провоцируйте меня. Надеялись, что какие-нибудь кони привередливые в вашем исполнении будут особенно прекрасны. Но я все-таки предлагаю поучаствовать в другой игре, не игре на гитаре. Mm. Это, да, это такая, так скажем, угадай мелодию, но по-новому. Ух ты. Вернее, по-старому. В общем, сейчас для начала давайте посмотрим, что знают о Владимире Семеновиче Высоцком жители Нижнего Тагила. Ну, а после этого вернемся в студию и попробуем сыграть в угадай Семеновича. Вы знаете, кто такой Владимир Высоцкий? Конечно, певец, композитор. Певец. Певец. Певец поэт. Еще. Поэт. Поэт, музыкант. Как не знаю? Конечно, знаю. Певец. Кто такой. Певец, композитор и актер очень хороший. Угу. Как, конечно, знаю. В фильмах снимался очень. Угу. Как не знаем, песни знаем его и все. И на кассетах раньше у нас были всегда его песни. И дети, мне кажется, вот у нас дети 34 года детям, они тоже знают. Как не знают Высоцкого? Конечно, знаем. Может, какие-то его произведения знаете? Высота, да? Потому что еще. Здесь вам не равнина. Здесь было бы классно, если напели. Давайте еще. Не, давайте. Не смогу, я фальшивый, извините. Да ничего страшного. Мы же тут не певцы собрались. Если друг оказался друг. Правильно. Ну и много еще чего. Я им не увлекалась. А вы? Если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг. А так. Ну, мне нравятся песни, которые он посвятил Марине Влади. Ну, сейчас я точно не знаю название, но, в общем, там он о любви своей поет. И вообще мне нравятся циклы песен о военной тематике. Его произведение, как будто он был сам и участвовал. Про друга он еще пел, который там они вместе курили, а потом он погиб.
Ой, как она называется-то? Я в гору пойду или как там она? Ой. Знаете, вот в голове крутится, а вот напеть-то, вот знаете, вот как-то не это. Когда смотришь еще как-то вспоминается. Вот сейчас вот даже, знаете, потом... Не идет в голову что-то. Ну, в голову что-то как-то не очень идет это. Вот это. Какой-нибудь факт, может, из его биографии, знаете? Нет? Ну, я не увлекалась, я просто вот по фильмам, вот знаешь, что он клиническую смерть пережил, вот то, что он ездил с концертами по стране, что у него был Мерседес, вот это знаю, единственного в стране, и он боролся с режимом, хотя был миллионером. Жил с Мариной Владией, ну а как это, конечно, это его, это Высоцкий сейчас, у него же сын еще Высоцкий, он очень похож на него. Очень-очень похож, он тоже же вроде бы певец, я не знаю, он актер или певец, или я не знаю, ну, как бы то, что очень здорово на него похож, как бы. Это... Влади-то играла у нас Влади, да. В театре. В театре играла Влади, да, у вас, ничего себе. Значит, как на себя самого положить? Друзья, это игра, которая называется «Отгадай Семёныча». Но, конечно, к Владимиру Семёновичу надо быть более уважительным, поэтому мы с вами сегодня будем отгадывать его песни, ну, которые любят и уважают все. Да? Сегодня у нас играет декан, между прочим, университета, да? Факультета университета. Вот. И студентка. Так, давайте пока это дело прервем, потому что так не совсем понятно. У нас есть, кстати, студентка по имени Полина. Полина, а вы где, кстати, учитесь? Скажите нам, пожалуйста. В медицинском колледже. В медицинском колледже. Да. Кстати, вы с Владимиром Семеновичем, с творчеством, знакомы с его? Честно, нет. Вам повезло. А, ну я тоже не сильный знаток, но при огромном уважении, да. Хорошо, давайте попробуем. Я буду вам включать песни малоизвестные, ну, чтобы больше шансов было у Полины. А Полине... То есть высота и про волков не будет, да? Я даже не знаю. Слушайте, посмотрим. Это будет совершенно рандомное включение. Сейчас бы разобраться, как это все делать. Ну, вот примерно так, да? Не читайте только, что тут написано, потому что здесь ответы на все вопросы. Итак, первая композиция для Ирины Викторовны. Оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Так, стоп, так нельзя. Это, по-моему, из фильма «Вертикаль». Так, а как называется это? Да что ж такое? Это, наверное, если друга в горы возьми, и там проверишь его. Одну секундочку. Это называется песня, сейчас, секундочку. Ну, так сложно читать, «Вершина», насколько я понимаю. Ну да, про «Вертикаль». Да, про «Вертикаль». Ну, в принципе, все правильно, да, все правильно. Поздравляю, у вас один балл. Сейчас Полина, известную композицию тоже, ага. Да, сильно известную. Ну, вот, например, ну, наверное, с первой начнем. Так, главное не промазать. Вот, все, внимание. Так, сделаю чуть-чуть погромче, да? Полина, есть предположение? Мы, кстати, с нее, собственно, и начали нашу игру. Хотя бы назовите мультфильм, в котором эта композиция присутствует. Название чего вы не помните? Исполнителя или мультфильма? Мультфильма. Хорошо, давайте еще по одной, да? Как говорят у нас, сейчас я сбегаю за пластинкой, потому что, ну, что-то нужно посвежее. Я уж не знаю, возможно ли слово «посвежее» отнести к этим альбомам, но сейчас попробуем, посмотрим. Так, здесь у нас... Нет, вы знаете, самые известные песни, все-таки я не буду там распаковывать, потому что это довольно долго. Самые известные песни у нас на этой пластинке, как оказалось. Ну, эта песня для Полины сейчас прозвучит. Так, сегодня не слышно бьет сердце. О! Удивительно. Или нет? И беседа. Ну и припев я не буду включать. Я падаю грудью, хватая свинец. Так, есть предположение? Это «Охота на волков»? Успех.
Нет, охота на волков, судя по названию пластинки, стоит вот здесь, смотрите. А здесь ее разве не могла быть? Здесь? Нет. Это другая совершенно. Другая? Да. Давайте слушать дальше. Давайте слушать дальше. У нас куча времени. «Сыновья уходят в бой», поет он. Да, именно так называется песня. Но ошиблись вы, значит, ваш балл отдаем Полине. Так, хорошо. И последний. А интересные правила у вас? А то. Мы тут, знаете, как говорится, нет. Не просто так. Так, ну и последняя песня, ну, видимо, для вас сейчас будет, да? Потому что Полина уже вот только что отгадывала песню. Индусы, что мы, отдав концы, неумираемо на совсем стремилась увидеть. Душа твоя. У нас, ну, как вы понимаете, начались танцы, поэтому не до отгадывания. Но если жил ты, как свинья. Что за песня? Какие тексты? Как? Замечательные тексты. Что за песня? Название не вспомнил. Про индусов. Про индусов. А вот, кстати, да, вот что индусы придумали? Если видел смерть врага еще при этой жизни, другой тебе дарован будет верный зоркой глаз. Живи себе нормальненько. Нормальненько. Философская песня. Вообще песня про религию, если что. Поэтому, раз вы не отвечаете конкретно, да, ну, про индусов это, конечно, хорошо, но там больше про религию. Поэтому мы баллы даем Полине таким образом. Так, сейчас я правильно прочитаю, как это называется. Песня о переселении душ. Вот, религия индусов. То есть один, они там умирали. А главное, какой месседж, да, живи нормальненько. Да, нормальненько. Полина, мы вас поздравляем. Совершенно неожиданно вы забираете победу в нашей игре. Отгадай Семёныча. Ну и, конечно, вам приз этого вечера. Забирайте. Это чемодан. Нет, на самом деле этот чемодан останется здесь, с нами, в нашем проекте, потому что это не просто игра была, между прочим. Это был анонс нашей рубрики, которая тоже состоится, чемодан с винилом. Мы будем брать этот чемоданчик, ну, вернее, не совсем мы, а наши коллеги, и ходить по разным интересным людям Нижнего Тагила, которые любят слушать винил. И с ними, собственно, будем наслаждаться прекрасной виниловой музыкой. Ну, а на сегодня, я думаю, все. Спасибо вам огромное, спасибо, что были сегодня у нас. Полина, простите, что мы потревожили, оторвали вас от дел, так скажем. Ну и, собственно, друзья, давайте я еще раз скажу, потому что память у меня, ну, как вы понимаете, уже не студенческая. Ирина Доренская, декан социально-гуманитарного факультета НТГСПИ, РГППУ. Ой, сколько прекрасных слов. Да, до новых встреч. Спасибо. С вами и с вами, друзья. Ну, Полин, приходи как-нибудь. Все.